Значит, наша глава «Фукас», можно много о чем говорить, коснуться только одной очень принципиальной вещи, которая принципиальная тема во всей Торе. Если немножко вдуматься в главу, касается пара дума, красная корова, то тут есть вроде бы две стороны. Одна сторона – это одна заповедь Торы, когда наш народ, ну, послана в этот мир цельная красная корова, сделать не то, что надо сделать. И второе – пользоваться пеплом для очищения от Туматмет, скверный умершим. Далее, то есть, если бы, допустим, вторая часть этой заповеди, если, допустим, не было бы греха первого человека, если бы не было смерти в мире, не было необходимости реально пепле красной коровы. Это очевидно. Идемте дальше. Это называется так. Зот хука за тойра. Называется хука. Все знают, что разница между тем, что называется хок, это закон, которого вы смысл, который выше нас, мы его не понимаем. И спать мишпат – закон, который мы иногда можем понять нашим чистым разумом. И в этом смысле максимально удаленное от нас понимание заповедь Торы – это именно заповедь красной коровы. А я сказал Мелех Шломо, царь Соломон, «Эхкама бирахой кермени». Я думал, что я уразумею, но отвлекает меня. Это говорят, я даже мудрецы, что постижение замысла красной коровы, еще смысл заповеди, это был удел только Моше Рабейну. Он единственный, который смог постичь, должен был свыше понимание, в чем смысл заповеди, всеми деталями и так далее. Далее приводит, то есть тут эта тема хок, хука, тут приводит Раши следующую вещь, что сатана и народы мира, как бы они муним эти слова, то есть муним, буквально они, это претензии к нашему народу, что делать какие-то российские мецвот, когда непонятно, зачем их надо делать. Так поэтому тут сказано в этом месте, что в этом месте Гзейра Милифанай сказал Всевышний, это мое высшее, так сказать, мой высший закон, у вас нет возможности это как-то оспаривать и так далее. Надо вообще понять, это очень принципиальная тема, понятие хуким. В чем смысл вообще хуким? Почему, допустим, надо Всевышние заповеди, которые нашим разумом они не понимаются? Почему, казалось бы, нам было лучше, удобнее и хорошо? Все заповеди мы, да, понимали. Это очень принципиальная тема, которую я сегодня даже хочу коснуться сегодня. Идемте дальше. Дальше, в продолжении нашей главы, Раши приводит от имени Моше Дарша. Следующую вещь. Что пара дума, красная корона, это намек на исправление греха золотого тельца.
это такое выражение, того пора, в Техапер Алегов. То есть там приводит, так сказать, он такой машал, притчу, когда сын наложницы испачкал царский дворец, вызвали его мать, сказали, пожалуйста, убери нечистоту своего твоего сына. Так пришла корова и должна, так сказать, исправить, искупить грех, грех тельца. Это все вещи, которые очень-очень они нам непонятны. Более того, есть вот одна еще одна тема, которая как бы она уже из категории намек, ремез, это уже не буквальное понимание текста. В нашей главе еще, когда касается красной коровы, это место, где раскрываются законы тумат мет, скверно исходящие от мертвого. И здесь вот такое, вот там, где говорится понятие тумат ойл, буквально когда тумат мет, она воспринимается внутри шатра, есть такая, такая очень фраза, в Торе, такой стих, «Зато тойр одам ки йомус боэль». Это Тора, человек, когда умирает в шатре, дальше переводятся все эти законы, что шатер распространяет тумат-мет. Но из начала этого стиха учит следующую вещь. «Зона Тойра, одам ки йомус боэль». Это вот Тора, которая, когда человек умирает буквально в шатре, что имеется в виду? Я это сказал Риш Лакиш в Гемаре. Таков путь Торы, когда человек должен себя буквально он должен умереть ради нее в шатрах. Имеется в виду, что он должен сделать самоубийство, и в каком случае человек умереть. Полностью погрузить только в Тору, а не в что-то другое. И это тоже требует некоторого понимания, почему именно, вот именно в этом месте нам дан такой вот намек. И чтобы вообще эту тему в целом немножко поднять, я хочу начать раскрыть этой темы со слов Рамойши Хаим Луцату. В конце его статьи Кудрса, Кудрс Дерхес Хаим, мы частично когда перевели его, напечатано в книге «Дерех Твунойс» по-русски. Если она еще есть это в продаже, не знаю. Там говорит следующая вещь, что вообще максимальное исправление нашего мира, которое мы к этому идем, это исправление называется тмимут. Тмимут. Что такое тмимут? Есть русское, это первое часто русское язык, слово «непорочный». Это, ну, не скажу, что неверный перевод, но он недостаточно. Есть поэзия «там», «тамим». Сказано про Якова, что был «иш там», «ишем ойлем». «Твимут» — это означает «цельность», «цельность». Понятно, что цельный также беспорочный. Но этого, наверное, мало. Есть некоторая цельность особенная. И говорит Рамхал очень известную вещь, что слово «там» «цельный» это те же буквы, что слово «мет» – «мертвый», только наоборот. То есть наш замысел тут обратить «мет» в «там» – «мертвого» в «цельного». Это окончательное исправление мира. Давайте просто сейчас вдумаемся в эти слова. Как известно, источником смерти в этом мире был грех первого человека. Он принес смерть в этот мир. Чем? То есть он отошел от понятия тмимут. И мы заповедание есть этот эцедат для его познания добра и зла.
И он на основании, скажем, очень важных и, безусловно, четких расчетов вывел для себя, что это большая мицва, в этом смысле, запрет нарушить ради великого исправления, которое он сделает потом. Сказано, что Всевышний создал человека прямым, они начали искать всевозможные расчеты. Кадош Барух Бара Адам Яшар, Эмбикшу Хешбойны Срабим. Что-то произошло. Очень четко. Этот уход с прямой линии, это уход понятия там, ценный. Там, где пошел уход понятия там, там появилась смерть, мет. Смерть идет от Адама и Хава. Идемте дальше. В Йом Шлиши, сегодня утром мы говорили Шир-Шир-Йом, гимн третьего дня. В этом месте, если вы немножко вдумаетесь в эти слова этого главы в Таилим, то эта глава говорит вообще о состоянии еврейского народа после получения Торы до греха Тельца. Амарте Лукиматем, подобные богам, бессмертные, оступились, а Хенка Адам Тамуту, поэтому как люди вы умрете. Что здесь имеется в виду? Что после получения Торы, на горе Синай, наш народ поднялся на уровень, близкий, подобный уровню человека до греха. И опять же, что произошло? Падение. Падение произошло из-за греха Тельца. В чем, так сказать, была проблема греха Тельца? Очень простая. Это недостаток доверия, веры к Всевышнему. Не хватило, так сказать, терпения дождаться до еще нескольких часов. До следующего утра. Если была цельность веры, Моше Рабейну поднялся, Моше Рабейну вернется, проблемы не было. Источником этих вот проблем был Эрев Рав, это сборище народов, вышедших из нашего народа из Египта. Но не они одни, не они одни. Тут в некотором смысле повторяется та же линия, как и в грехе первого человека, это отход от целостной веры, отход от мимут. Эти вещи немножко поймем лучше. Сон получения Торы была истина тмимут, цельность. В каком смысле? Значит, народ принял на себя сначала на асе, исполним, а потом будем слушать. То есть доверие абсолютно к Творцу, то, что нам заповедано, мы это сделаем. А дальше мы хотим понять тоже, очень хорошо. Это было, об этом говорится в Талмуде, что наш народ, который уже столовался получить Тору на горе Синай, он избавился от скверной змеи, которая получила человечество после греха Адама и Хава. Реально, в частности, просто еще поймем, это принятие на себя, на себя нишма. Сделаем и будем внимать, означает выбор пути ценности, тмимут. И опять же, именно в этой точке, опять явился сатан, как и с Адамом и Хавой, там явился в обличии змея, там он явился в качестве вида похоронных носилок Моше Рабейну в небесах и попутал. Сдвинул с прямого пути ценности наш народ. И опять же грех Тельца, и опять тяжелейшее падение. Ну, опять же понятно, что грехом Тельца
в мир вернулась смерть. Понятно? Теперь мы сможем немножко понять, во-первых, ну, в самом простом смысле этого слова. Что? Это то, что это просто самое простое понимание этого места в цели всего. Всего мира смерть исчезла, только евреев. Только евреев. Только евреев. А животные, творение? Это я не знаю сейчас. Но, по крайней мере, была ситуация близкая к тому, как человек до греха. С этого состояния наш народ опять упал. В этом смысле мы уже немножко понимаем, какое это имеет отношение все к красной корове. В чем есть исправление, ну, самое простое, последствий греха и Адама, и Хавы, и греха Золотого Тельца, есть смерть в мире. Смерть в мире это еще тумат мет. Это большая очень скверна. Что это туму очищает? Пепел красной коровы. Этого мало. Мы сегодня говорили, что есть две вещи. Есть одна вещь, это то, что мы пользуемся пеплом красной коровы, чтобы очиститься от того, кто коснулся умершего или был с ним в одном шатре. А есть кровь, сама заповедь, это красная корова, сама заповедь. Две вещи. Это не, есть одна вещь, как, именно процесс, как делают, что делают с красной коровой. Второе, это как пользоваться, когда уже из нее получается тот самый пепел, который можно очищаться от уматмет, как это делается. И тут есть другая вещь. Когда коснусь, это, знаете, я сейчас не берусь лезть в то, что он рассказал, что он не знает, либо не понимает. Нам далеко до этого. Просто объяснить, в чем смысл того, что заповедь нам дала именно как хука. То, что нами это непостижимо, это постиг только Моше Рабейну, облачил Тору от Всевышнего на горе Синай. Кстати говоря, немножко вдумаемся в этом. Казалось бы, вроде бы Моше Рабейну, у него не было участия в грехе Золотого Тельца. Поэтому не всем понятно вообще, почему он должен был умереть. Но это большая тема, есть в конце Мидраш Раба. Есть там очень трудно же назвать как-то, как некоторые, как бы спор Моше Рабейну со Всевышним, что Моше Рабейну не оспаривал смерть, он ни в коем случае не был готов умирать. Там очень интересный мидраш. В конце мидраша Бадворе. Ну, так вот, есть у нас заповедь красной коровы, которая нами непостижима. В чем вообще идея того, что нам на заповеди, которые мы их нашим разумом самым их не придумали, самые для нас они очевидны. И как просто любой человек, который весь самый элементарный common sense, здравый смысл, какая разница, есть мясо с молоком или без молока. Зачем далеко ходить до красной коровы? То называется хука. Есть тот тарап под матаки заповедям. Есть тут, по большому счету, очень-очень ясный смысл. Значит, когда человек понимает смысл заповеди, он исполняет вещи, которые он понимает, поэтому делает. Тут нет тмимут, тут нет цельного следования воли Творца. Где проявляется эта меда тмимут, где проявляется эта цельность в исполнении воли Творца, это именно когда человек исполняет то, что он не понимает. Это подобно буквально то, что сказали наши отцы, и мы вместе с ними на Сева Нишма. И что сделаем, мы не знаем. Мы принимаемся волю Творца. Что проявляется у нас и сегодня, каждый день? Где проявляется наше принятие воли Творца на нас? Когда мы делаем вещи, которые мы не понимаем. Это называется хуким. Вот
что так, самый, самый высокий уровень этого понятия хука. Хок. Это наша красная корова. Красная корова. Парадума. И более того, тут есть очень глубокая вещь. Вообще весь смысл дарования Торы нам и заповедей, то, что мы, находясь в этом мире, в этом низком, бренном, земном мире материальном, можем делать действия, которые исправляют высшие миры. Это смысл всех наших заповедей. Давайте просто эту вещь поймем. Что нас связывает с высшими мирами, что может что-то исправлять? Ну, об этом говорит серьезно, очень глубоко, Рамхаль в книге «Даат ва-Нот». Я касаюсь очень такой простой вещи, которая нам может понятна. Давайте поймем одну вещь. Когда человек перед человеком заповедь, он может исполнить ее, он понимает, что это хорошо. Понимает, что это хорошо. Вот есть родители. Он понимает, что он обязан много родителям. Поэтому он их уважает, потому что вот они его родили, и выращивали, и так далее. Это слушайте, так и живут. Здоровый разумом, порядочные евреи тоже, что не касается, собственно, Торы. Есть другая вещь. Это исполнение заповедей, потому что чем-то обязаны. Даже более того, я часто могу сделать многие вещи, которые у детей есть очень большие шрамы от них, от того, что они вели себя не так положено. Не так положено. Мы всем с этим знакомы, в той или иной форме. И тут нам предстоит такая заповедь Торы, почитание родителей. Почему? Это воля Всевышнего. Это воля Всевышнего. Тут есть принципиальная разница. Когда мы исполняем заповедь, потому что мы ее понимаем, то реально наши действия относятся к нашему низменному миру, нашему пониманию. Они не поднимаются выше нашего понимания. Когда мы исполняем заповедь, потому что это воля Творца, то мы прилепляем себя к воле Творца. А воля Творца – это высшее раскрытие в нашем мире. Все миры, все творения – это все проявление воли Творца. И когда мы себя прилепляем к воле Творца, поднимаемся очень-очень высоко. То есть там, где туда, куда наш разум не добирается, у него просто возможность туда добраться, тогда туда добирается исполненная нами заповедь, так как в этом есть исполнение воли Творца. Воля Творца – это источник всего. Так где реально проявляется это вот исполнение воли Творца совершенно, без примеси? Я так понимаю, я так думаю, вообще-то, это, конечно, это здорово так делать. Это происходит именно в той сфере, где у нас нет понимания. И более того, это то, что это заповедь реально нами непонимаемо. Ведь в нее есть понимание, есть ее глубина. Нет ничего в мире, которое создано Всевышним, когда не было глубочайшего понимания. Оно есть. Это для нас хуким. У меня нет понимания. Но это понимание, безусловно, есть. Так вот, когда есть это понимание, оно скрыто, значит, оно особенно-особенно высоко. То есть реально, когда мы имеем дело с тем, которое называется хуким, хуким, заповеди, которые мы не понимаем, их замысел и смысл, то мы тем самым, они даны нам, как то, что возможно, исправление отсутствия ценности, отсутствия прямоты, которая была причиной смерти, и обретение то, что называется тмимут, обратить то, что называется мет, летам. Я хочу видеть немножко еще лучше объяснить.
Мы сейчас говорили о заповеди, которые человек понимает, которые не понимает. Когда он их понимает, он реально исполняет их. Что он делает? Он исполняет собственную волю. Он этим себя не связывает с высшей волей. Если он исполняет то, что не понимает, почему исполняет, то это воля Всевышнего. Он связывает себя с высшей волей. Об этом говорится в Тиле. Хаим берацуно. Жизнь его воля. То есть там, тмимут, это то, что противоположно понятию мет. Почему? Потому что там это цельная связь с волей Творца, а воля Творца это хаим берацуно. Это просто еще добавить объяснение, почему вот эта вот заповедь о красной корове, почему она исправляет грех тельца. Это заповедь, которая касается понятия тмимут. В каком смысле? Мы исполняем ее, не понимая. Не понимая. Идемте дальше. Мы сейчас коснулись еще одного вопроса, то, что у нас есть в нашей главе, намек о том, как надо учить Тору. Зота Тойра, Одом Кьомот Боэль, что человек, как может человек достоиться Торы, если он умещает себя в шатрах Торы, что это означает? Не надо себя мучить, не надо себя, не дай Бог, убивать. Если человек весь погружается в Тору, и для окружающего мира не существует. Не существует. В чем тут идея? Как это связано с нашей головой? Меня просто мучил многие годы. Как это связано с нашей головой? Почему у меня здесь написано вот это вот намек? Этот вопрос, он не всегда обязательно требует ответа. Мы не знаем все детали, глубины Торы. И вообще не в этом месте, из-за того, что это, а не в другом месте. Но если есть хороший ответ, то это еще лучше. Это еще лучше. Это вещь очень простая. Реально, реально, мы уже говорили сегодня, что смерть, грех Адама и источник, продолжение и второй источник, это грех Тельца. Источник смерти отхода от воли Творца. В этом отношении есть величайшее исправление этого отхода от воли Творца, это истинное изучение Торы. В каком смысле? Когда человек прилепляет себя к высшему разуму, безусловно, имеется в виду, что он стремится постичь высший разум, чтобы его исполнить. Я сейчас имею в виду то, что называется Тора Лишма. Тора в ее цельном замысле, так там Всевышний нам дал. И вот это труд постичь волю Творца, чтобы ее исполнить. Труд постичь волю Творца, чтобы в этом мире раскрылось полноценно. И если мы добавим к этому еще то, что Гадоль Талмуд, Амавида де Мейсе, Велик Талмуд, Великое учение Торы приводит к исполнению, безусловно, вот через Тору мы прилепляемся обратно к воле Творца. И поэтому очень хорошо сказано про Якова, «Иш там, йойшев ойле», человек цельный, он весь находится в шатрах Тора, «Иш там, йойшев ойле». Поэтому эти вещи все связаны одно с другим. То есть это, у нас есть закон, как очистить мир от последствий смерти, это очищение от тумат мет. У нас есть исправление ценности, потому что мы исполняем исправление отсутствия ценности, это более точно, и обретание тоже отмему ценность. Тем, что мы исполняем ради Творца заповеди, которые нам дал. Сначала то, что мы не понимаем, а потом мы начинаем понимать, что даже то, что мы понимаем, это гораздо выше нашего понимания. Поэтому надо исполнять даже вещи, что мы понимаем, не потому что мы так понимаем, потому что так нам заповедано свыше.
И все это вместе обретается в цельность. В цельность. Исправление на нас самих, чтобы мы обратно вернулись цельно и жить по воле Творца, и только воле Творца, и обратили, так сказать, себя и свое состояние мед, состояние там. Это мы сегодня кончим. Вопрос? Пожалуйста. Скажите, как вот заповедь, которую человек понимает своим разумом, говорите, что он как бы исполняет свою волю, не исполняет волю Творца, да? А как же это, что как бы для заповеди, которую он понимает, которая его обязывает, как бы сам совесть, там, да, и так далее, то как в этих заповедях исполнять волю Творца? Надо просто понимать одну вещь. Даже то, что мы понимаем, не потому, что мы такие умные только. Нам Всевышний даровал разум, божественный разум. Поэтому наш разум, как разум нашей души, который является как бы частичкой Творца, какие-то вещи можем, да, понять. То, что мы чувствуем, что это справедливо и так далее. Если не противоречит никаким заповедям Тору, в этом проявляется воля Творца. Воля Творца. Надо просто понять, я чувствую это хорошо, я хочу это сделать. Но человек должен напомнить себе, что это заповедь Творца. И более того, еще вещь, просто вещь, которую я вам объясню. Есть ошибка одна. Ошибка очень принципиальная. Есть понятие заповеди между людьми. Ну, допустим, есть бедный, просит милости, ему дают милости. Это можно сделать еврей в Иерусалиме, и не еврей в Москве, и не еврей в Нью-Йорке. Это очень принято в мире давать милости. То есть, без слова милости есть некоторая жалость. Жалость тому, кто просит. Вопрос такой. В Торе сказано, надо давать цдаку. Более того, тот, кто не делает цдаку, когда просит, у него есть что дать. Он нарушает несколько очень тяжелых запретов. Так человек, который был, допустим, еврей. Религиозный еврей. И приходит бедный просить цдаку. Но вы знаете, что у него есть чувство, бедный, надо как-то его помочь ему. А с другой стороны, у него есть, ну, вообще-то, надо смотреть волю Творца. Так он может, человек может ошибиться и подумать, что так как это, нам сейчас не важно, бедный или не бедный, плохо или хорошо, у нас есть мицва от Всевышнего, надо дать ему цдаку. Это колоссальная ошибка. Это колоссальная ошибка. Или не так? Я рассказывал одну историю про Рабица Гутнера, великий человек. Был болен. Ему позвонил ему один его ученик и спросил сразу же, можно ли по телефону исполнить заповедь Бикур Холим? То есть приведение больных. И получил свое время большое внушение. Он сказал ему так, я для тебя не люлев, который ты хочешь поднять. Ты говоришь, больной, спроси, как он себя чувствует. Есть понятие заповеди между людьми. Их смысл не просто поднять другого, как люлев, и использовать им для своей собственной заповеди. Заповедь Творца, чтобы мы отнеслись к людям с их болью, с их проблемами, чтобы мы к ним отнеслись. И мы захотели им помочь. Но тут, с одной стороны, нам надо исполнить волю Творца. А с другой стороны, не забывай, что воля Творца, чтобы мы были людьми с чувством милосердия, ради помочь другому, чтобы думали про другого. Нужно и то, и другое. Всего хорошего. Как понять, сделать желание Творца своим собственным желанием? Как это понять и как это реализовать? Это непросто. Я объясню. Это требует, то, что сказано, Асера сынок и рационха, делай его волю, как свою волю, это бессонно большой уровень. Чего большой уровень? Когда человек далек от Творца, он не может сказать его волю, как свою волю. Его воля – та его воля, моя воля – твоя воля. Но когда человек находится на уровне высоком, я приведу пример, который мы себе немножко представляем, то есть это не очень далеко от нас.
Наш великий учитель Хазон Иш говорил вот себя так, что у него есть его основное удовольствие в мире, то, что он радует в этом мире, исполнение воли Творца. Если был человек не такого высокого уровня, ну, можно как-то к этому посомневаться. Это был Хазон Иш, это не было какой-то того. В чем этом смысл? Потому что есть история сказана, «Ватем эльвеким башем алкейхем хаим кулхам йом». А вы, которые двеким, буквально принувшие, буквально привившиеся, единый с Творцом, живете сегодня. Есть такое понятие у нашего народа быть двуким, привившим ко Всевышнему. Даже более сказано в книге Зоар, «Кудши бриху райсу висрой хаду». Всевышний Тора и Срой едины. То есть через Тору, через исполнение мы приближаемся к Всевышнему. Когда человек достигает высокого уровня единства с Творцом, то для него воля Творца – это собственная воля. Есть очень такое четкое место, где это говорится. Когда мы говорим в Хануку, Аль-Анисим, там сказано, что Всевышний вел для нас наши войны, вел на нашу борьбу и так далее. Казалось бы, это наша война, была война, это была война Всевышнего. Греки и евреи не пытались уничтожать, просто чтобы они были греками, не евреями. Это была война, за что не оскорбляли Всевышнего. Это было достоинство хашмонаим, что для них воля Творца это была их воля. То есть то, что оскверление воли Творца, это было их оскверление. И поэтому они вели свою войну, она была война была Всевышнего. Но это, конечно, для нас вещи. Это вещи большого роста, это немножко далекие. Но надо работать. У меня нет другого выхода. Будьте здоровы, просто должны писать на Маариф.